В Ярославле возобновились работы по ямочному ремонту. Такое поручение дал новый глава Ярославля Владимир Слепцов, при этом потребовав соблюдать технологию проведения работы и усилить контроль за качеством. В понедельник дорожники пришли на улицу Автозаводскую. Здесь запланирован ремонт большими картами. Всего предстоит сделать около 6 тысяч квадратных метров. На это отводится 2 дня. Аналогичные работы ведутся на улицах Большая Нордская, Пирогово, Тормозном шоссе и на юго-западной окружной дороге. Работы по асфальтировке Автозаводской были приостановлены ввиду погодных условий, то есть выпадения дождей, да, при том, что на Автозаводской затруднен водоотвод, поэтому вода здесь вставала, приходилось ее очищать дополнительно, подгрунтовывать. За период первой подготовки было заасфальтировано порядка 2000 квадратных метров, то есть сегодня работы продолжаются, будем по погодным условиям, пока погода позволяет.